Итоги работы за 2,5 года. Первая тема повестки отчетно-выборной конференции Брестского отделения Белорусского союза женщин. И поговорить действительно было о чем. Активное участие члены организации принимают во всех значимых событиях и мероприятиях. От президентских выборов до благотворительных акций. Развивают члены союза и активный международный диалог. Уже не один год они сотрудничают с представителями зарубежных организаций и общин. Совместные усилия в решении любого вопроса, как правило, ускоряют процесс и повышают его эффективность. Выполняется одна из важнейших задач – увеличение числа первичек Союза. В отчетный период Брестское городское отделение «Белорусский союз женщин» много внимания уделялось созданию первичных организаций. В основном эти первичные организации в учреждениях образования, на предприятиях, в организациях. Сегодня в городе работает 145 первичных организаций. В 2013 году было их 130. Первичные организации насчитывают в данный момент 3292 человека. Женщины, конечно, всегда являются тем двигателем всего прогрессивного. Они стоят на защите интересов семьи, детей, родителей. В общем, вот такие социальные все вопросы. Конечно же, без женщин не проходит ни одно политическое мероприятие, потому что женщины занимают активную жизненную позицию и здесь. Практически все сферы, все области деятельности человечества, конечно, связаны с именем женщины. Большой вклад женщин Союза в общее дело развития областного центра Брещины признают и представители сильной половины человечества. Они выражают признательность за труд и отмечают, несмотря на чрезвычайную рабочую нагрузку и колоссальную занятость, брещанкам удается оставаться женщинами, которые способны вдохновлять красивыми и нежными, замечательными матерями и отличными женами. У нас очень много грамотных, современных руководителей среди женщин. Они несут очень большую общественную нагрузку, они возглавляют крупные учреждения и здравоохранение, и образование, и даже промышленного сектора нашего города. Вообще женщины у нас прекрасные, мамы, прекрасные жены, прекрасные коллеги по работе и вообще замечательные люди. На будущее у брестских женщин планов, как принято говорить, громадье. В списке и создание собственного интернет-ресурса, и налаживание контактов с вузами областного центра, и активное привлечение в свои ряды талантливой и инициативной молодежи. Безусловно, продолжение будут иметь и проекты, которые уже реализуются Союзом. Не останутся в стороне активные брещанки и от социальных инициатив. Работы много, но белорусских женщин это обстоятельство еще никогда не пугало, уверена вновь избранный председатель Брестского городского отделения Белорусского союза женщин Алла Старики. Недостижимых целей нет, есть плохая мотивация, но проблем с последним у Союза не предвидится. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.